Кто что может сказать? Индулетка дизинка. Нардуни? Мадавананда. Нарад? Мадавананда. Да, ты. Не-не-не, я снимаю. И? Си. Подай. Для того, чтобы понимать, откуда приходят проблемы, нам нужно понимать следующие вещи. Это Ишвара, Джива, Пракрити, Кава и Карма. Далее, все энергии, да, Кришна, они подразделяются на три. То есть это внутренняя энергия, внешняя энергия и пограничная. То есть внутренняя энергия составляет духовный мир. И называется трипа. Она составляет три четверти всех энергий. Вот. Одна четвертая — это экопат, материальная энергия. У меня тут возник вопрос еще. А джива, татаска, шакти, какую долю составляет? Сейчас. И, в общем, духовный мир называют вайкунха. Вай нет и кунха страданий. Вот. В то время как в материальном мире, да, существует семь типов страданий. Это старость, болезни, рождение, смерть, а также страдания абхиатика, абхидайвика и абхиатмика. То есть страдания, причиняемые деватами, да, полубогами, страдания, причиняемые другими живыми существами, и страдания, причиняемые собственным умом. И что материальный мир можно сравнить с тюрьмой, в которую попадают дживы, которые решили наслаждаться сами, то есть сами стать богом, да, отдельно от Бхагавана. И для них здесь такая учебные корпуса построены, да. Описывали, что в каждом городе есть тюрьма, куда попадают дживы, да, какие-то люди там даже, которые совершают преступления. Начальник этой тюрьмы — это Дурга Деви, который является чистой преданной Бхагавана Кришны. И нас в этом мире связывают тремя веревками. Это гуны, гуны материальной природы. А веревки, которые, золотая, серебряная и железная, да, так скажем, веревка. Гуны материальной природы — это благость, страсть и невежество. Тамас, сатва, раджас и тамас. Может, кто-то еще хочет продолжить? Да, все. Окей. Maybe somebody will continue, Maharaj. Somebody will continue from that point. Narayani, you can say something? Не знаю, что в каждом городе есть тюрьма, и там люди отрабатывают наказание. То есть у каждого там бывают разные условия. То есть, допустим, если президент попадет в тюрьму, то у него будут там комфортные условия, там будет телевизор. Если простой человек, то там будут плохие условия. То же самое и с нами происходит. То есть мы попали в этот материальный мир, то есть мы забыли о Господе, попали в тюрьму. То есть наше тело — это как тюрьма, темница. Нас связал, и где надзиратель в этой тюрьме, начальник, это Майя. Майя — это Дурга, она держит в руках, в 10 руках находится в ней оружие. И в одной руке находится ладу. Она дает каждому по заслугам, то есть дает наказание, отрабатывает свою карму. И то есть мы находимся в этой тюрьме, связаны тремя веревками, золотой, серебряной и железным канатом. Эти веревки, они означают три гуны материальной природы, то есть гуны невежества, страсти и благости.
Допустим, человек в гуне благости – это философ, какой-то человек в гуне страсти – это тот, который имеет очень много желаний разных. А в гуне невежества – это человек, допустим, который занимается сексом. Незаконным сексом. Человек, который находится в гуне страсти, он то там все по ведам он делает, для того, чтобы достичь высших планет. А человек в гуне благости это делает только для потомства, для того, чтобы вайшнав появился. Ну, какие бы ни были условия в тюрьме, то есть в этом мире, это ничто не может сравниться со свободой. И, то есть мы здесь, то есть материальный мир делает нас рабом. То есть здесь нет у нас свободы. Когда человек начинает заниматься бхакти, то есть у него появляется свобода. Хорошо. Then there is after. Митравинда. What is the party name? Mitra? Mitra Vrinda. Who is this? Bon Maharaj. Bon Maharaj. Yeah, this is Mitra Bhijma. She is the 8 queens of Krishna's one queen. Она из восьми цариц Кришны. Mitra Vrinda. Mitra Vrinda. Mitra Vrinda. She is my wife. Who? She's my wife. She's fine. Oh, your wife? Oh. Bon Maharaj, our guru. Okay. Все, что мы имеем сейчас в нашей жизни, это результат наших прошлых действий, то есть кармические последствия. И многие преданные, которые начинают баджан, часто удивляются, что как только они начали... На них посыпались всякие неприятности. Они не понимают, в чем дело, потому что что за Бог такой? Я начал практику, у меня еще только хуже стало. На самом деле, таким образом мы начинаем освобождаться от своих кармических последствий, чтобы процесс шел быстрее, и мы быстрее освободились из материальных оков. И к тому же наша практика позволяет нам облегчить наши страдания. То есть если по карме, допустим, нам положено было отрубить руку, потерять ее, то мы можем это делать за каким-то порезом незначительным. При каком условии? Если мы искренне практикуем. Мы получили мантру, повторяем святое имя. Есть еще также такой момент, что реакции в нашу жизнь приходят по-разному, с разной скоростью. То есть либо мы можем тут же получить результат, либо через какое-то время, иногда даже через следующих жизнях, потому что мы не помним, от чего это произошло, поэтому нам непонятно бывает, почему такие с хорошими людьми происходят такие вещи. Это можно сравнить еще с разными семенами. То есть есть семена каких-то быстро растущих растений, которые через 2 месяца всходят. А есть семена долго растущих, которые много лет нужно выращивать. Окей, thank you. I'm calling behind the two devotees. Come here. Какие там сзади преданных? Два преданных. Идите сюда. Говорите о чем была вчера лекция после этого? Вы записывали что-нибудь? Тетрадочка. А у вас тетрадочка есть? Сюда записывайте. Окей, тогда говорите оттуда, вот оттуда записывайте. Напомните маленько. Выходите, в чем тетрадочка. Посмотрите свою запись. Не, он же просто дайте мне тему, я могу говорить, про что тема, я отвечу. Как вчера тема называлась?
абсолютно. Я помню последний. Хорошо, что помните? Помню, что самые важные там давали. Тетрадочка нужна. Нужно хотя бы те записи, которые будут, они будут доступны. Нужно обязательно себе законспектировать, потому что я это в интернет выложу, и с интернета будет законспектировать. Да, все. Всегда. Скажи, что задача фикши 10% стоит, когда записывает 30% стоит. Говорят, что вот когда слушает, 10% только человек может усвоить нормально, здоровый. А когда записывает, уже 30%. А если в тетрадочке, то там все 90%. Если начинают проповедовать, все, через 7 years. All scripture, playing mridang, kirtan, you know, you can give training to them. Maharaj, нужно поставить перед собой цель, приехать во Вриндаван, научиться, научиться писаниям, играть на мриданге, стать хорошим проповедником. Kirtan, harikatha, kirtan, harikatha, когда вы стихи учите. You can try to give training to them, you know. Там в Рупа Санатани Гаудия Мадхи сейчас Шридхар Махарадж нашел очень хорошего учителя для брахмачарьев, Парамешвари Прабху. Вот он замечательный человек, и он, его все мальчишки принимают, все ему следуют, он просто для них идеальный пример. И он очень классный, индивидуально каждому подходит, тренирует. Только для неженатых. Для всех, просто у неженатых больше возможностей. Во всем тренирует, полностью во всей садхане, особенно повторение святого имени, там очень классно ходить. У вас будет огромное преимущество, когда вы на полгода приедете и под его руководством там получитесь. And they also try to learning, you know, then you can teach to everyone. Ну, для того, чтобы кого-то учить, нужно самому научиться. Yeah, and very one, like one teacher, he teaching it. Like this, give teaching everything. Чтобы быть учителем, для этого нужно образование. Хорошо. Our some brahmacharis they are know also mridang also. Sanjit, Mai, this is the Sridhar, they are mridang. Группа Санатани находится у нас лучший мридангист в Санге. Yeah, they are. Очень. Yeah. Sanjit Prabhu. They are teaching mridang and also some brahmacharis they are learning keep the cooking. Yeah. Там можно научиться готовить для Кришны. And doing kirtan, everything. I think that make you trained, and they're again coming here, and again they're nice maintaining temple and preaching here. Нужно приехать, поставить перед собой целью, приехать туда, научиться. Там, в принципе, есть, можно быть, из Бриджа Кришна Прабху, из Парамешвара Прабху, но научиться различным видам искусства преданного служения, таких как готовить, мриданга, киртан, шлоки, святое имя. И потом, когда вы возвратитесь сюда, вы сможете реально тут уже делать, это будет серьезный тогда центр. Хорошо. Хорошо. Подгадали. Не нужно надеяться, что когда мы совершаем что-то нехорошее, что последствий не будет. Справедливость будет установлена, и карма придет абсолютно за все. Допустим, в тюрьме сидит один человек, два человека. Один сидит один сидит за то, что он убил одного человека, а другой сидит также за то, что убил 200 человек. Но этот отсидит и уйдет, а тот будет так 200 раз в жизнь сидеть. Допустим, Дритарашка был слеп от рождения только потому, что 7 жизней назад он выколол птичке глаза. То есть, если не в этой жизни, то в следующей обязательно карма тебя настигнет. Если женщина делает аборт, то она непременно будет убита. Если опять ей повезет снова родиться почтивой женщины, попасть в матку почтивой женщины, это настолько редкостный случай, но тем не менее она также будет убита при аборте. Не только женщина, и мужчина тоже.
Нет. Он же участник в работе. Но если в этом случае, то обязательно. Допустим, у женщины болела спина. И врачи ее лечили, ничего не могли найти. Постоянно болел один бок. И пока она не пошла и не узнала, какие были прошлые ее жизни, оказалось, что в прошлой жизни она была убита ножом в бок. И до сих пор ее физическое тело уже было другое, тонкое тело страдало. А, вот если, допустим, у вас в семье появляется кто-то, за кем нужно обязательно надлежащий уход. Может быть, ребенок такой, либо инвалид, либо уже престарелый человек, за которым постоянно нужно внимание. Это следствие того, что в прошлой жизни вы этому человеку сильно задолжали. И тем самым вы отдаете ему свои долги. То есть не бывает так, что... Если сейчас не заплатить, да, то сейчас потом все равно придется. Да, поэтому лучше все делать сразу правильно. Окей, thank you, Денис. Да, какой-то охотник сидел в речке, он там купался, что он там делает. Вот, и на него тигр хотел напасть. Вот, и в это время он молился, повторял святое имя Хари. Ну, а тут тигр выныривает, он его купит с лука. И в этот момент тигр, когда слышал святое имя, он попал на голову. Еще такой же пример есть. Тоже один мусульманин пошел далеко в лес справлять свою нужду. И там дикий кабан. Он говорит, уходи отсюда, грязный животное. И повторял харам, 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 харам. Ну и свинишки. Ну, не знаю, куда вообще. Надо записывать. Okay, now this class, all class, tell me, left something. Что-то еще осталось мне из недосказанного за лекцию? If some less that were told, you can tell. Which point? Don't tell. Есть у кого-то заметочки отдельные? Один пример еще про карму, про то, когда собираю зерно в амбар. Он очень большой, высокий, и там накапливается зерно за несколько лет. Допустим, в один год был урожай, ну, не очень такой, там было мелкое зерно. Оно когда-то было засыпано туда, и там через пару лет, например, подошла его очередь. И вот как раз через пару лет был хороший урожай. Засыпали сверху вроде хорошее зерно, а снизу вытаскивают там какие-то мелкие зернышки. И непонятно, почему так. Засыпали большое, а сейчас маленькое. Да, вот мы удивляемся все время. Как так? Вроде вот я сейчас постоянно все хорошее делаю, а тут бац-бац, всякие болезни разные. Вот такая вот за застывшая карма, ну, запоздалая карма. Вот такой пример. А еще вспомнилось в начале прошлой лекции, говорилось про то, что проповедь — это очень опасное дело, и могут побить, и будут бить обязательно. Поэтому к этому быть готовым. Да, надо мужаться. Боевые искусства изучают. Хорошо. Я еще кое-какую историю вспомнил. В общем, жили-были одна мужчина и женщина. Они были отпетые негодяи, убийцы. Убивали людей, ели мясо, там, пили, там, наркотики принимали. Вот. И в какой-то момент, ну, они уже состарились. Это Багова там пошел. Пошли они на программу. Сидели у стеночки. Спали, ели просад, но им все равно это зачлось. Родились царями, хорошими людьми. Драмайна. История будет драмайна. Окей. Now today you listening, you know? This is the Bhakti Rasamrita Sindhu. From this Bhakti Rasamrita Sindhu, there is the 64 kind of limbs of Bhakti. Yes, today you can listening. What is the 64 kind of limbs in Bhakti? They are very long, you know. So you can very circle, very quickly you try. Who think is the heart telling? Help to the spiritual life.
Тема сегодняшней лекции – это виды преданного служения. И сегодня мы кратко изучим все 64 вида служения из Бхакти Расамрита Сидху Шри Рупы Госвами. Yeah, past limbs of bhakti, this is the guru padasraya. This is the past limbs of bhakti. Why? Without, you can, if you want this material knowledge also necessary, you have some guru. Without guru, you cannot have this material guru. Even somebody want stealing, without guru, you cannot learn. Bad thing. Some drinking, you know, necessary is a guru. This is a bad thing also necessary. And this is the complete beyond of maya. So without guru, how can enter this thing? So, our Krishna, Ram, Mahaprabhu, yeah? Everybody that asks at the Guru. And all scripture they are telling, without Guru you can connect cross this material world. Первый вид бхакти называется Guru Padashraya. Он обозначает, что для того, чтобы чему-то научиться трансцендентному знанию в бхакти, для этого нужен Guru. Вообще учитель нужен при любой деятельности, хороший или плохой, говорит Махарадж. Что в школе без знания, без учителя мы не получим достойное знание. Можно сколько угодно сидеть дома, изучать книжки, но работу вам дадут только когда вы покажете диплом от того, что у вас были учителя и вы прошли экзамены. Даже если в материальном мире мы плохому чему-то учимся, так как пить, курить, воровать, для этого тоже нужны гуру. Без гуру никуда. А что говорить о том, чтобы научиться бхакти, это трансцендентному виду преданного служения? What is the mantra? Mantra is directed guru. Who is the guru? He is the Swayam Hari. And a guru just if guru somebody very happy to easily Krishna is happy to him. Guru дает мантру. Мантра не отлична от гуру. И те, кто доставляет удовольствие, то есть мантра не отлична от Господа Хари, то есть от Бхагавана. Мантра не отлична от гуру. Удовлетворяя гуру, повторяя мантру, можно удовлетворить Бхагавана. Now it is explained that Haro Rashta Gares Tata Guru Rashta Nakashana Tasma Saram Pratna Guru Meva Prasadai. So if Lord Hari is angry with us, then Guru cannot protect us. But if Guru is angry with us, even Hari cannot protect us. So it is also explained every morning we are saying Yasya Prasadat Bhagavat Prasado Yasya Prasadana Gati Kutopi Dhyam Stuam Sasyasandhyam Vande Guru Shri Charanarvindam. If Guru is pleased with us, automatically Krishna is pleased with us. But without mercy of Guru, there is no destination for the disciple. So therefore, three times a day, morning, noon and evening time, we remember Gurudev through Guru Mantra, Guru Gayatri. And if you are not initiated, then we remember just by in our mind, the lotus feet of Gurudev, either way. But we must remember our Gurudev all the time, morning, noon and evening. And that will make sure that Krishna is pleased with us. Yasya prasada, Bhagavat prasada. Если Бог сердится на нас, если мы в чем-то сделали наперекор Ему, то Гуру, Учитель защитит нас. А если Гуру, Учитель недоволен нами, то Кришна нам не поможет. Он отступится от такого человека. Нужно непременно удовлетворить своего гуру. Нужно непременно помнить о гуру. Каждую минуту, каждый момент своего времени. Но, конечно, это сложно вначале для обусловленной души. Поэтому всегда в песнях у нас поется, нужно помнить о гуру 3 раза в день. Утром, полдень и вечером. So Guru also not one kind of, one is the Sravan Guru, one is the Sikhya Guru, one is the Antarjami Guru. Sravan Guru meaning like this, when coming to spiritual life, somebody there helped him, coming to bring to here, that is the Sravan Guru. Sikhya Guru is the necessary, but is the Guru the more, the same kind of Guru, not any another Guru.
that is the mood, that is the line of Guru, the same teach each other is the Sikha Guru, yes, Sikha Guru. And Antaryami Guru is that person, he is himself Krishna, you know. If Krishna is not advised to us, we cannot come to hear and cannot visit them. Who is the bring to hear us? He is Krishna, he is the bring to hear. Why Krishna, he don't know everything. So this is the mercy of Krishna, we came here. So this is the Guru also four kinds of Guru. You said three kinds of Guru. Disha Guru, Shiksha Guru, Shravan Guru, Bhajan Guru. Guru, может быть, четыре вида, как описано Шарупа Госвами. Это Шравана Гуру. Аватма Прадашика, is it Шравана Гуру? Махараджи, Шравана Гуру и Ватма. Шравана Гуру. И Ватма Прадашика, говорит, Сен Гуру. Like this Сен Гуру. То есть есть Ватма Прадашика Гуру, это почти то же самое, что Шравана Гуру. Есть Шикша Гуру, Дикша Гуру и Антарьями Гуру. Ватма Прадашика Гуру приводит нас к нашему учителю, от которого мы получаем мантры. Шравана Гуру, как объясняет Шридхар Махарадж, то, от кого мы слышим о бхакти, о вайшнавах, мы приходим в эту линию. То есть он нас учит бхакти. Дикша Гуру, тот, от которого мы получаем мантры. Шикша Гуру, это тот, кто, как Махарадж сказал, тот, чье настроение мы хотим развить, то, в чьей линии мы находимся. То есть это фактически учитель, который помогает нам в нашем развитии, в нашем баджане. И Антарьями Гуру – это сам Кришна, который в сердце направляет нас по жизни. Ватма Прадашика Гуру – тот, кто приводит нас в Гуру. Шравана Гуру – тот, который учит нас бхакти, дает, объясняет нам, что такое бхакти. Мы начинаем, мы много слушаем от него все философии. Дикша Гуру – тот, который дает мантры. Шикша Гуру – тот, чье настроение мы хотим развить. Кому мы прислушиваемся, кто помогает нам по жизни. То есть фактически у человека один дикша-гуру и много шикша-гуру. Все старшие вайшнавы, которые помогают нам по жизни советом, которые помогают нам пониманием, помогают нам в баджане, они для нас шикша-гуру. И антарьями-гуру – это Кришна, который находится в нашем сердце и направляет нас. Чатягуру, да, Антарьями, yeah. Чатягуру то же самое. Кришна Банде, Джагадгуру, это Джагадгуру. Everybody, man, original Guru is the Krishna. So now we are discussing 64 limbs of devotional service. The first limb we already discussed, Adho Guru Padashray. First, taking shelter of the Guru. But the second limb is Diksha Shiksha Vidhan. Means one must take Diksha in Krishna Mantra from Guru Maharaj. So what is the meaning of the word Diksha? Divyam Jnanam Yato Dadyat Kuryat Papasa Saṁshayam Tasmat Dikshati Saprukta Deshikas Tattva Kovidai. Di means Divya Jnan, Transcendental Knowledge, Sambandha Jnan. So one will receive the knowledge of relationship with Krishna. And Ksha means Papasa Kshalanam, all the sins are eradicated. So when we take Diksha, Gurudev will eradicate the sins and he'll give us the knowledge of relationship with Bhagavan. So it is explained that yatha nasam kanchanata yati diksha rasa vidhanata dvijatvam jayate nrunam. Just like you take the bell metal, and bell metal, it by some chemical process you can convert the bell metal into gold. Similarly, a person who is born in any varna, shudra, vaishya or even antyaj, if he gets diksha, means even the outcast person, dog eater, if he gets Diksha, he becomes Brahman. Also, it is explained that if one does not get Diksha in this lifetime, then everything, all the activities he does are a waste, and he may very soon go to the animal species. Understand?
So a person who has not taken diksha, there are chances that he will go to animal species. So therefore, this has been told by Lord Shiva to Parvati. That, oh Parvati, one who does not take diksha, there is every chance that he may go to animal species again. But after taking diksha, there is some hope. So therefore, we should try to get diksha from a very high class guru. But sometimes some people give argument, oh, that Harinam is told that, oh, Akrishti Krita Cheta Sam Samahatam Uchchatanam Chamasa Achandala Mamuka Loka Sulubha Vashishcha Moksha Shriya No Diksha Amnaja Satkriya Amnaja Purashchari Angmana Gikshate Mantra Yamrasana Spurgeva Phulati Krishna Namatmaka. That by Hari, for chanting Harinam, there is no need of any diksha. Some people may say like that. But actually, great personalities like our Guru Maharaj, our Gurudev's Guru Bhakti Pragyan Kesha Goswami Maharaj, and also Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada and Gaurakishore Babaji Maharaj, they all took diksha. Even Chaitanya Mahaprabhu took diksha from Ishwar Puripad. He went to Gaya and he took the Gopal Mantra and Hare Krishna Mantra. So in this way, without diksha, Harinam chanting alone will not help. One must take diksha, and one should also take shiksha. Shiksha also means about the knowledge of how to do bhajan. This is very important. So because Diksha Guru is the very Diksha Guru ke jane Krishna Swarupa, Shiksha Guru ke jane Krishna Swarupa. The Diksha Guru is the very manifestation of Krishna's form, while Shiksha Guru is the manifestation of Krishna's nature. And Krishna is absolute, so there is no difference between Krishna's form and Krishna's nature. So Diksha Guru is like a father, and Shiksha Guru is like a friend. Just like a girl is married, before she is married, she will take so much guidance from her father. But after getting married, she wants to serve her husband. She will not ask her father, oh, how can I serve my husband? What will she ask? She will ask some of her dear classmate or friend, confidante. And then she will get guidance from her. Oh, how you are serving your husband? You tell me, I will also serve my husband like that. That is Shiksha Guru. You cannot be intimate with your Diksha Guru. Yes. Sometimes Diksha Guru and Shiksha Guru are the same. Like our Gurudev, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. His Diksha Guru was also Bhakti Pragyan Kesha Goswami Maharaj. Shiksha Guru also Bhakti Pragyan Kesha Goswami Maharaj. But it is sometimes Diksha Guru may be different, and also maybe Shiksha Guru may be different. So it doesn't matter, but Diksha and Shiksha is very much required. Okay. Дикша посвящение очень важно для человека. Что такое дикша? Ди – это дивиан, дивиан означает божественное знание. Ша – тот, кто сжигает наши грехи. Когда вы получаете дикшу от учителя, дикша матры от учителя, то он передает сокровенное знание и сжигает ваши грехи. То есть грехи наши сжигаются во время дикши посвящения. Дикша матра очень важна. Если человек Шива говорит Парвати, если человек получает дикшу, то если человек не получает дикшу, то он все равно пойдет в другие виды жизни. Не факт, что он родится человеком. Но если человек получает дикша мантру, то это самая большая вероятность, что в следующей жизни вам дадут тело человеку. Все, обстоятельства будут таким образом, что вы попадете в тело человека. Некоторые могут говорить о том, что Харинам, он самодостаточен, и Харинам всесилен. Хариному ничего не нужно. Он независим, могущественный, как Бог. Но если посмотреть на нашу Гуру Варгу, то наш Гурудев получил дикшу от Бхакти Прагьяны Кешо Госвами Махараджа. Парам Гурудев получил дикша мантры от Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупады и так далее, вплоть до Гаурагишурда Бхакти Махараджа. Все учителя, все чистые преданные показывают в своей жизни о том, что нужно получать дикша мантры. А также сам Махапрабху показывал в своей жизни о том, что он получил мантры от Ишвара Пурипад. То есть он Ишвара Пурипад дал ему Харинам,
и дала ему Гопалу мантру. Дикша мантры очень важны. Шикшагуру. Шикшагуру будет... иногда бывает, что Дикшагуру и Шикшагуру это может быть одна личность. Часто это бывает, что Шикшагуру это другая личность. И Махарадж дал такой пример. Например, когда до того, как девушка выйдет замуж, она может учиться о том, как служить своему мужу, находясь в своей семье с родителями. Она смотрит, как мать служит мужу. Когда она выходит замуж, откуда может она узнать о том, как служить мужу? Она уже не может спросить это у отца. Это другие взаимоотношения. Она может спросить о том, как служить своему мужу, только либо у своих подруг о том, как они служат мужу, либо на том уровне это уже происходит. Очень часто бывает, что наши взаимоотношения с Дикшагуру носят другой характер, чем взаимоотношения с Шикшагуру. Шикшагуру, он ближе, доступнее. И если перед Дикшагуру у нас есть некоторая боязнь, и это нормально, и это правильно, то есть больше вайшварья на стороне, то Шикшагуру, он больше воспринимается как друг, который помогает нам по жизни при разных моментах. This is the third, third Bhakti Maharaj telling you the Priti Purva Guru Seva. By love, affection, doing Guru Seva. By Maharaj, before told you, in the Vishwa, how Udalak doing Seva, Upamanyu, how doing Seva. He can tell this past time. Третий вид преданного служения Бхакти – это Вишамбена Гуру Сева. Прити Пурва Гуру Сева обозначает служение Гуру с любовью. Что это обозначает? Гуру нужно служить не из-за обязанности, а с любовью. И рассказывается, Шрила Гурудев в своих книгах пишет, как дает примеры. Например, у Упаманию. Удалок. Пример с Удалоком. Гуру попросил, помните, рассказывали историю, когда Гуру попросил Удалока спасти рисовое поле. Был сильный дождь, размыло канал, и нужно было сохранить. Если бы вода вытекла, рис может расти только в воде. Был сильный дождь, и ров, который был вокруг рисового поля, его размыло водой. Удалок пошел спасти положение. Была ночь, было достаточно зябко. Он попробовал заделать эту пробоину, но не мог найти ничего сподручного. И тогда единственное, что ему пришло в голову, он заслонил своим телом, чтобы вода не вытекала с рисового поля. То, чтобы набрать воду в рисовое поле, для этого требуется много-много дней с насосом. В то время как бы таковых насосов еще не было. Это, то есть если вода выходит из рисового поля, то все, урожая его не будет там. И Удалок он закрыл своим телом. Утром, когда Гуру стал его искать, он спрашивал: Удалок, я здесь. Гуру Махарадж, и он увидел, что тот лежит полностью, всю ночь пролежал в воде, в зябкой воде. И тогда Гуру был очень им доволен. Гуру — это трансцендентная личность. Гуру обладает всем шакти Кришны. Кришна поставил его быть Гуру. Тогда такой Гуру может сделать все, что возможно и невозможно. Он дал все благословения Удалоке о том, чтобы у него проявилось все трансцендентное знание. И никакие болезни не страшны. Tell. Yes, Maharaj. Upamanyu first I tell how in the fall down to История с Упамани о том, когда Гуру послал своего ученика пасти коров. Но он не говорил ему, чем питаться в его служении. А Упамани он полнел с днем и в день ото дня. И тогда Гуру спросил: Упамани, чем ты питаешься? Упамани ответил: я пью молоко коров вместе с телятами. Я не разрешал тебе пить молоко. Больше ничего Гуру не сказал. Он не сказал, чем ему можно питаться. И Упамани не спрашивал. Он смиренно продолжал свое служение. И все равно Упамани был очень упитанный. Когда Гуру сделал другое испытание, Упамани, чем ты сейчас питаешься?
Говорит, я слизываю пенку у телят. Я, так как вы молоко не разрешили пить, то я слизываю пенку с их мордочек. Гуру и это запретил. И однажды, когда коровы возвратились, упомани с ними не было. Учитель пошел искать упомани и нашел его, он упал в ров. Упомани, что ты там делаешь, нашел его учитель. А упомани говорил, о, учитель, я был очень голоден. И я увидела одно растение с внутри с жидкостью, с белой жидкостью. Я подумала, что это будет хорошая пища. Когда я принял, я ослеп. И слепой я упал в этот ров. И тогда гуру вызволил его оттуда, подарил ему самое лучшее зрение и все трансцендентное знание. Это всегда происходит, когда человек, когда ты удовлетворяешь своего гуру. This Guru Mata sent for the food and you know, this pastor when Guru coming, searching. Yeah, you know this pastor is then Guru Dev then yes. Saw how the heart was then gave hand all bathed Vedanta, everything is you know, this is the came to your mind. История о том, как Кришна сам получил трансцендентное знание. Кришна всегда приходя в этот мир, показывает нам идеального ученика, в каком бы видении, в каком бы образе он ни приходил. Когда он пришел как Кришна, он учился вашими усанди пани муни. И однажды его учитель, его и его одноклассника Судаму отправили в лес, чтобы они принесли хвороста. Когда они пошли в лес, начался сильный дождь, а уже был вечер. И чтобы этот хворост не промок, они держали его над головой. Был очень сильный дождь, они спасались под деревом. Но уже не могли пойти назад. Было и очень темно, было не было видно дороги, и плюс хворост был бы мокрый. И тогда на утро Сандипани Муни пошел, он не нашел своих учеников, пошел их искать. Он нашел Кришну и Судаму совершенно мокших, промокших от дождя, голодных, несчастных под этой кроной деревьев. Был доволен их аскезами, их усердием, благословил их, и все трансцендентное знание появилось у них. Он благословил Кришну знать все. Now the next limb is actually following the path of saintly persons. Because there are many paths which are given in the scriptures. But the best path is the path which is taken by your Guru Maharaj and the great saintly persons. Mahajano yena gatha sapantha. So, we should try to follow what our Gurudev used to follow. Like Gurudev used to get up early in the morning, chant 64 rounds, then also do Mangalarti and also give Bhagavad class, study Bhagavatam, and then go in Kartik month, Vrindavan Parikrama, Jagannath Puri Parikrama, Purushottam month, Navadvip Parikrama that time. So, all following Ekadashi Vrat. So, we don't have to invent a new process. We don't have to reinvent the wheel. Whatever our Guru Maharaj is to do, we should try to do like that. He is chanting 64 rounds, we should also try to do that. Then the success is assured. Because it is said that Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidhim Vina Aikantiki Harir Bhakti Utpatayava Kalpati. That if you don't follow the injunctions of the scriptures, there are three things, three parallel rails. Guru, Sadhu and Shastra. So there are three parallel rails. They are never contradicting each other. Our Guru Maharaj, whatever he was doing, it was based on scriptures. And other saintly persons also were doing the same thing. Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Maharaj, Gauravind Maharaj, Swami Maharaj, they all were doing the same thing. They were always parallel. So the best way you are assured of success, if you emulate and try to follow what your own Gurudev was doing. If he was doing 64, you should also try to do 64, then success is assured. We don't have to reinvent the wheel or speculate anything. Четвертый вид бхакти – это следовать по стопам своего гуру. Не нужно изобретать новый способ преданного служения. Не нужно изобретать новые мысли, новые концепции. Нужно во всем следовать своему гуру. Гуру показывает на своем примере о том, как он
живет своей жизнью, как семейный человек, как отрешенный человек. Когда гуру просыпается, сколько кругов он читает. То есть, например, Шива Гуру Дева, просыпался около 2 часов, до завтрака повторял один лак святых имен. Мы должны следовать этому. Это взять это за свой идеал. Затем он занимался книгами, потом еще в течение дня читал лак святого имени. Он был очень занят и всегда отдавал себя служению другим людям. Если вот и мой Парам Гурудев, наш общий Парам Гурудев Бхакти Прагьяна Кеша Гасвами Махарадж, он однажды говорил на собрании, когда был спор учеников Бхактинатха Сарасвати Прабхупады о том, кому следовать. Бхакшива Бхактинатха Тхакур говорит так, другой Гасвами говорит так, то Парам Гурудев сказал, кто лучше знает, чем Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Прабхупада, чем наш гуру, то, чему следовал Шрила Бхакти Винода Тхакур или другие. Я не знаю, кто такой Шрупа Госвами, не знаю, кто такой Рагхунатха Дас Госвами. Я их не знаю. Я знаю моего гуру Махараджа и знаю, что он в совершенстве понимает их настроение и показывает, как идеальным примером им следовать. Нужно быть очень преданно следовать настроению и образу жизни своему гуру. So now we have to also make inquiries. I also said in Bhagavad Gita that tad viddhi pranipatena pariprashtena sevaya upadekshin titya gyanam gyanin sattva darshina. Now say we take Harinam mantra mala and then Diksha mantras from Gurudev, and then after that we don't see Gurudev for next 10 years. He says now we are done. Now we'll chant at home. No, not like that. You'll have to serve Gurudev and inquire from him and ask pertinent questions. Because it is discussed yesterday in Bhagavatam also, that one who's speaking Bhagavat Katha, one who's hearing Bhagavat Katha, and one who's questioning, all are purified. But the Shrota is fortunate, even more fortunate, one who's asking questions. And one who's speaking is even more fortunate. So therefore, pertinent inquiries should be asked. Pertinent questions should be asked about bhakti, and Gurudev will answer those questions, and we have to serve Gurudev submissively. Just like you made a ticket to the train, but you bought a ticket, but then you forget a ticket at home, and when you are in the train, you don't have a ticket to show, then they will make you, oh, get down from the train. So like that, you have taken diksha, but then you are not associating, you are not hearing Harikatha from Gurudev, you are not coming for parikrama, not attending the festivals, not chanting your rounds. Then, and not making inquiries, then it is like you have diksha, but actually you are not making use of that diksha. So this is not to be done. Rather, we should inquire from Gurudev submissively and do service to Gurudev. Следующий вид бхакти – это вопрошение вопросов у гуру и служение гуру. Это очень важная составляющая преданного служения. Неправильно, если мы получаем мантры от гуру, а потом либо решаем повторять святое имя у себя и на этом довольствоваться, то есть не приходить на встречи с преданными, не приезжать в Индию, не посещать парикрамы, не читать священные писания, не задавать вопросы гуру, не слушать гуру. Недостаточно просто получить мантры и потом ничего не делать. Этого недостаточно. Это все равно, что вы купили билет, да, вы купили билет на поезд, вы сели на поезд, а потом только обнаружили, что билет оставили дома за ненадобностью. Вас все равно сведут с этого поезда, высадят из поезда. Поэтому недостаточно просто получить мантры, этого недостаточно. Для этого нужно служить гуру, вопрошать и следовать наставлениям гуру. Also, another limb of devotional service is Krishnarthi Akhila Bhogatyag. Means giving up all types of sense gratification for the satisfaction of Krishna. So first of all, like the basic habits for like meat-eating, gambling, intoxication, illicit sex, and also cigarettes, tea, coffee, all these things should be sacrificed for the service of Krishna.
think that I will not be able to advance until and unless I give up these things. Then another thing is that another thing is that there are some vratas like Janmashtami. Janmashtami is there, you have to fast until 12 o'clock in the night. Then Ram Navami, you have to take Ekadashi prasad. Then Ekadashi day, you can abstain even from water. Or if you cannot do it, then you can take the Grishka Mahaprasad, either way, you know. So some austerities you have to do. Understand? These austerities are not meant to give you trouble, but rather they are meant for purification. Understand? So then Krishna becomes very pleased. Oh, this devotee is sacrificing so much sense gratification for me. Then Krishna becomes very kind to that devotee. Следующий вид преданного служения – это жертва своих чувственных наслаждений ради Гуру и Кришны. Что это такое? Здесь не говорится о жертве своими чувственными наслаждениями ради каких-то других целей, ради служения Гуру и Кришне. Это подразумевает наш отказ от насилия, интоксикации, незаконного секса, азартных игр. Этим мы должны пожертвовать. Это первая начальная жертва, которую мы делаем ради служения Гуру и Кришне. Когда мы следуем Экадыше, мы жертвуем тем, что мы чувствуем голод. Кто-то держит без воды, кто-то на одних фруктах. Но мы все следуем, стараемся не принимать зерно на Экадыше. Это аскезы. То есть мы совершаем аскезы определенные для того, чтобы Гуру и Кришна был доволен. Это очень важная составляющая бхакти. So, second thing, the next limb of devotional service is hearing the glories of the holy places. Like, we must hear the glories of Ganga, Jamuna, Saraswati, Narmada, Sindhu, Kaveri, Prayag. And also, because by hearing the glories of these holy places, a desire to visit those places will come. Also, one should try to hear the glories of the holy abodes of the Lord, Dham, like Mathura, Vrindavan, Jagannath Puri, Mayapur, Navadvip Dham. Because these dhams are very powerful. Also, Rupa Goswami has told, that vitrati maramardana prabhuste nahi bhajamana janayam kadapi vitrasapati bhakti yogam mathure mahimata vagiram bhumi. Krishna does not want to give bhakti very easily. He will never give bhakti, in fact. He will never ever give bhakti to anyone. But it is Mathura, very merciful, she is our mother. She gives bhakti to anyone and everyone whoever visits us. So simply by visiting Mathura, and if you go to Mathura, you go to Vrindavan Dham, oh, this is Radha Shamsundar temple, this is Seva Kunj, this is Nidhivan, this is Radha Damodar, this is Radha Madan Mohan. Automatically the pastimes will come. This is Kaliya, this is where Krishna chastised the Kaliya serpent. Automatically the Uddipan, all those pastimes will automatically manifest. So therefore, whatever, if you chant, you know, like one round in Moscow, the same benefit will come in Vrindavan if you just lie down. But what to speak of if you chant around in Vrindavan, it is like thousands of rounds in Moscow. Understand? So therefore, visiting the holy place must be there. Especially in the month of Kartik, one should visit these holy places. One should hear the glories of Navadvip Dham. What is Gurudev to say about Navadvip Dham? Araditam Navanam Brajakananaste Naraditam Navanam Brajaeva Dure Aradito Dvijasuta Brajanagaraste Naradito Dvijasuta Nataveha Krishna. Oh, if you worship Radha Chaitanya Mahaprabhu, then already you worship Radha Krishna. If you worship Navadvip Dham, then you worship Vrindavan Dham. But if you don't go to Navadvip, if you don't respect Navadvip, then Vrindavan and Radha Krishna are millions of miles away from you. So therefore, very quickly if you want to advance, then you must visit the holy Dham and respectfully hear their glories. If you cannot visit the holy places, at least hear their glories. Regular reading of Navadvip Dham Parikrama, Brajamandal Parikrama books should go on. And we should mentally visit these places. Because visiting mentally also while chanting and hearing their glories gives the same benefit as going there physically. As Maharaj was telling today morning. Вот так, следующая составляющая преданного служения – это слушать о славе святых мест. Слушать о славе Матуры, Вриндавана, Навадвипы,
Пури, слушать о славе преданных, о том, об играх Кришны, которые происходили на этих местах. И не просто слушать, нужно стараться попасть, посетить эти места, нужно преклоняться перед этими местами. Как Махарадж сказал, одна ночь, проведенная в Матхуре, во Вриндаване, равняется одному прочитанному кругу в Москве. Очень важно посещение таких мест. Тысяча кругов, да, в Москве. Нет, он говорил вчера. Один во Вриндаване, тысяча в Москве. Тысячи раз увеличивается. Все, что вы делаете в Вриндаване. Нет, это сравнивается со сном во Вриндаване. То есть один круг в Москве равняется сну во Вриндаване. А когда говорит про воспевание святого, то есть один круг во Вриндаване равняется, это я не слышала. Было сказано. Наоборот. Окей, хорошо. Then he the Ekadasi Brat. You must have followed the Ekadasi Brat. He is very. Your Srimad Bhagavat, no any another Brat, only Ekadasi Brat. That explain only Ekadasi Brat. He is the journey of bhakti, Madhavati thi. So Ekadasi is very important in our spiritual life. Ekadasi Brat meaning our eleven senses, even used to Krishna's life. This Ambarish Maharaja, eleven senses completely used to Krishna's life. The Ekadasi must be done for the Ekadasi Brat. Это было одно предложение оттуда перевести, я вспомнила. Это не Кришна дает нам бхакти, это Матхура или это Вриндаван может даровать нам бхакти. Когда мы туда приезжаем, они, его преданные, даруют бхакти. А теперь следующий вид преданного служения – это следование Экадаши. Экадаши обозначает, что мы задействуем все свои 11 чувств служения Кришне. День Экадаши – это сам Кришна. В этот день мы постимся от зерновобобов. Некоторые держат пост и без воды и пищи. Экадаши – это Мадхава-титхи. Мадхава-титхи обозначает, что сам Кришна представляет собой день. Это не просто день. Это сам Кришна присутствует с нами. И это значит, что мы настолько близки к Кришне, Кришна настолько рядом с нами, что совершая преданное служение, человек получает гораздо больше результата, и человек получает бхакти. Шри Гурудев говорил, что Экадаши, они даже еще важнее, чем Джанмаштами. То есть Экадаши – это очень важно, и Экадаши дарует нам бхакти. Also, it is told that that how much whatever is required for your basic needs, you should accept that, and then reject whatever is excess. Yavat sa sanirvaha tavat svikaryat dhanam. Adhikatam tam nirnatam cha chavate paramartata. Rupa Goswami Pad is telling that if you accept too little, or if you accept too much, you'll fall down from the spiritual position. Suppose you have very little money, then you are always worried, oh, how will my needs will be met. But if you have too much money, you will be worried how to protect it, otherwise government will put tax on it, someone will might steal it. So therefore, accept whatever is required, and then excess should be given as charity to Guru Vaishnavas. Don't keep too much. Because Krishna also said in Bhagavad Gita, yuktahara viharasya yukta karmasya chishtasu, yukta sapnavabodasya yoga bhavati dukkha. That if you eat too much, then what will happen? All night long you will not be able to sleep, only seeing dreams. You are going to here, there, vacation. Understand? But if you eat too little, then all night you will be feeling cold because there will be not enough bodily heat. Oh, then all night you cannot sleep. But either ways, more people die of overeating than less eating. Understand? So, but one should also not too sleep too little. Because if you just sleep 2 hours, then you will be sleeping in the class everywhere, you may fall asleep. You might even fall asleep at your driving wheel. And if you sleep too much,
then you lose your job because you will not be go on time. Understand? So either way, don't sleep too little or too much. Don't eat too little or too much. It should be balanced. So yoga karmasu kaushalam. Krishna says that yoga means expertise in doing action. Yoga karmasu kaushalam. Expertise, just right. Not too much, not too little. These are the same techniques in Bhagavad Gita which were used by the Japanese company, just in time, JIT. And Toyota and many companies they are used, just in time. You know, not too much, not too less. This is yoga. Yoga in action. Следующее вид преданного служения буквально называется искусство йоги. Это настоящее искусство, когда человек принимает то, что ему нужно, ни больше, ни меньше. Если человек принимает меньше для поддержания его жизни, для его преданного служения, то он страдает от недостатка и не может правильно совершать свою йогу. Если человек принимает больше, чем ему нужно, то он страдает от того, что он боится это потерять, и от тех проблем побочных эффектов, которые с этим приходят. То есть если вы берете от жизни, то есть если что-то вам дается, жизненные обстоятельства складываются так, что вам что-то дают, если вы принимаете меньше, чем вам необходимо, вы будете страдать от того, что вы испытываете недостаток в этом. И это касается как еды, сказал Махарадж, потому что если вы не доедаете, у вас будет зябка ночью. Если вы переедаете, у вас будут бесконечные каникулы во сне, вы будете посещать разные места, location. У вас будут бурные сны, которые будут мешать вам. Вообще, говорит, много людей умирает в основном от переедания, чем от голодания, он говорит. Если вы будете... То же самое касается всех остальных средств. Ну, очень важно соблюдать баланс. Баланс быть очень ясно видеть о том, что тебе нужно, и брать ни больше, ни меньше от жизни. So, also it is explained that Tulsi, serving Tulsi Devi. And the Tulsi is the most important personality in our devotional life. Because we every day morning we pray, Vrindaya Tulsi Devyai Priyai Keshavasyacha Krishna Vatti Pradevi Satyavattai Namo Namaha. We call her Vrinda Devi. Vrinda is actually a gopi. She is a Krishna Paksha gopi. And she is actually the completely the empress of the Brajad, of Vrindavan Dham. And she is the manifestation of Yoga Maya. So without her mercy, no sadhaka can enter into Rasleela Golak Vrindavan. So in order to get complete success, one must worship Tulsi Devi. So how to serve Tulsi? There are 10 ways you can serve Tulsi. Suppose someone plants a seed of Tulsi in the Shravana month, the first month of Chaturmasya, then he will certainly go back to Godhead. This is explained in Haribhakti Vilas. Ropita, Dhyata. But suppose you have no Tulsi plant, just remember the Tulsi in the mind, you are purified. You can do circumambulation of Tulsi. You can water the Tulsi. And then Tulsi, one leaf of Tulsi offered to the lotus feet of Krishna. This is how you can also serve. So planting Tulsi is very important. Because Tulsi also, wherever house the Tulsi is there, Bhagavan Krishna eternally resides there. Actually Tulsi is not a plant. Bhagavan Shri Krishna himself has become Tulsi plant. Just like the deity, there is installation is required. But for Tulsi there is no installation required. Ganga Jal, no installation required. Shaligram Shila, no installation required. Automatically they are completely potent. So therefore, how Advaita Acharya also worship Krishna? Oh, he worship Tulsi Dala Matrena, Jalasya Chuluke Enava, Vikrinitam Samatmanam, Bhaktyobhya Bhakta Vatsalaha. Oh, Advaita Acharya offered to Shaligram Shila, Ganga water and Tulsi. And Bhagwan Shri Krishna himself came at Chaitanya Mahaprabhu. So therefore, Tulsi now scientists also finding that wherever Tulsi plant is there, the bacteria virus don't come, diseases don't come. Tulsi, generally speaking, is also known, Maharaj had told previously also that how it cures the cancer. But one condition is there that Tulsi, it should be after plucking half an hour. Then only you should offer to the Thakurji and then you should eat it. Right away you cannot
take it like that. This also was told. But anyways, Tulsi is a very, very powerful way one can advance in devotion. Our mala is also Tulsi. If you have Kanti mala, it protects you from diabetes, depression, blood pressure, cholesterol, mental problems, all these problems, Tulsi neck beads will protect you. So therefore, Tulsi is very, very important spiritually. Those who circumambulate Tulsi, and it is told in the Haribhakti Vilas also, that if any person has died, and if you put one Tulsi wood, little dry wood on his funeral pyre, then when he is burnt with that little bit Tulsi wood, he will suddenly go to Vaikuntha. This also Haribhakti Vilas has told. However sinful that person may be. If a person has died, he put Tulsi in his mouth, he will go to Vaikuntha. So therefore, Ashwatha Dhatri, there are three trees in India, they are considered very pure. The Ashwatha means the holy banyan tree, the Dhatri means the Amla tree, Amlaki, and also Tulsi. They just, you look at them, by their darshan, just by looking at them, they purify everything, everywhere. Ashwatha, Dhatri, Ashwatha means the banyan tree, people tree. Следующий вид преданного служения – это служение Туласи. Описаны 10 методов служения Туласи. Например, если посадить Туласи в первый месяц Шравана, то есть в первый месяц Чатурмаса, человек непременно пойдет на Вайкунху. Если нет возможности посадить Туласи, то человек может в уме это сделать. Человек в уме может также ухаживать за Туласи, но лучше всего, когда у вас дома растет Туласи, тогда у вас появляется замечательная возможность служить божествам. Туласи не нужно устанавливать. Туласи, вода, ганги и шилограммы не нуждаются в инсталляции, в пранапратиште. Они с самого начала всегда обладают всей потенцией, всей силой Кришны. Кришна сам принимает образ Туласи в этом мире. Поэтому служение Туласи равнозначно служению Кришне. Каким образом мы служим Туласи? Мы сажаем Туласи, мы поливаем Туласи, мы ухаживаем, украшаем Туласи, ходим по часовой стрелке вокруг Туласи, предлагаем Туласи лампадки. Делая это, человек непременно уходит в духовный мир. Махарадж говорит, даже если грешному человеку, абсолютно грешному человеку, когда он оставил тело, когда он оставляет тело, положить Туласи в рот, или когда сжигают его тело, положить туда кусочки деревьев Туласи, человек непременно попадет на Вайкунху, независимо от того, насколько бы он ни был грешным. В Писаниях описана слава трех деревьев Туласи, трех священных деревьев. Это пипала, это Туласи и это амла. Амла. Да, Туласи занимает самое высшее положение, это высшее священное дерево. Из Туласи у нас кантималы на нашей, из Туласи у нас четки. Тем самым Кришна остается с нами, и это очищает наше сердце, дарует нам прему. So therefore, there are the next limb of devotion services, service to cows, brahmanas and vaishnavas. Because the cows are very dear to Krishna. Krishna is called Gopal. So all the 330 million demigods are present in the body of cow. And cow's milk, the Ganga is present. And the cow urine, Ganga is present. Cow milk, Jamuna is present. And yogurt of the cow, Saraswati is present. Also, Krishna is bathed by the five ingredients. Yogurt of the cow, milk of a cow, and also the ghee, and also by the cow dung and cow urine, these five things are mixed, it is called Panchagavya, and deity are bathed with that. Even Krishna likes that very much. Also it is told that Gavam Kandayanam Kritva, Gograsam Chatutadadet, Gopalabhi Prasiddha. There are two things one should do, that one should scratch the cow underneath the neck, then the cow will raise the head, then that satisfies Krishna very much.
And after scratching, because the cow has no hands, like we have to scratch. So if you scratch the cow, cow becomes very happy. And then Krishna also becomes happy. And then also you have to give him gograhas. Gograhas means you have to give him some grains, gud, jaggery, and like that. Atta, like that. Then the cow is very pleased. So, and... Следующая составляющая бхакти это Brahman is there very dear to. Dear to Hare Krishna, who is the known Brahma Vidya, Brahman, doesn't necessary service to Vaishnava, so why he will be close to Vaishnava. Without service of Vaishnava, he cannot get Bhakti. So he himself, Mahaprabhu, and childhood to Vaishnava Seva. And Mahaprabhu sometimes invite this house of Vaishnavas. And Mother Sachi telling, oh, today the comes of Vaishnavas, Hare can prepare some Sachi Mother beautiful Dari. You know, the heart, I am so pure. Poor, how can arrange when then Mahaprabhu gave gold and then buy so many things, gave to then the Vishnupriya very quickly, the Lakshmi very quickly, very nice, nice prasad. Mahaprabhu himself being Vaishnava, so hi, went to Vaishnava, so Krishna always situated the heart of Vaishnava. When Vaishnava was pleased, then Krishna very quickly made the place. Итак, следующая составляющая преданного служения бхакти – это служение коровам, служение браманам, служение вайшнавам. Сначала служение коровам. В теле коровы находятся все 33, все 33 миллиона полубогов. То есть все небесное царство, все управление этим миром. Все они находятся в теле коровы. Поэтому корова считается священным животным. Кроме того, веды изошли из коровы. На Галоке присутствуют коровы. Коровы земледелия, процветание их называют. Коровы, исполняющие желания. Все, что человеку дано для здоровья, дает корова. Кришна сделал так, что корова, она как мать, дает нам все необходимое для нашего здоровья. Корова дает молоко, из этого мы делаем йогурт, сметану, ги. И даже самого панчагавья, это пять составляющих для омовения божеств. Для омовения Кришны. Сам Кришна принимает омовение в молоке, йогурте, ги. В коровье моче и в коровье навозе. Мы уже рассказывали о том, насколько полезны коровье навоз и коровье моча. Корова с любого аспекта является очень благоприятной. Благоприятный – это синоним полезной. Но это должно быть не использование коровы, это должно быть поклонение коровы, как поклонение своей матери, так как мать дает нам все необходимое для жизни. Даже и корова в течение дает нам все необходимое для нашей жизни, все необходимые микроэлементы. Далее Махарадж сказал, что Кришне очень нравится, он приписывает два главных способа, как достать корове удовольствие. Это почесать ей горлышко. Кришне очень нравится, когда мы чесим горлышко. У коровы рук нет, а у нее там иногда чешется. И поэтому, если ей почесать, Кришна будет доволен. И другое – это дать корове что-нибудь вкусненькое. Что для нее вкусненькое? Мука, говорит, сахар, там, рис, зерно. То, что она любит, Кришна тоже будет доволен. Также Кришна будет доволен, если мы будем служить брахмана. Брахманы – это те, которые знают брахма-веди, те, которые знают трансцендентное знание. Они являются брахманами. Кришна будет доволен, если мы служим вайшнавам. Кришна всегда показывал, что самое главное в жизни – это служить вайшнавам. Они необыкновенно дорогие для него. Если коровы дают нам все необходимое для нашего тела, то вайшнавы дают нам все необходимое для нашей души. И Кришна сам показывал на своем примере. Когда он приходил как Махапрабху, он, Махарадж, напомнил историю, однажды, после того, как Данимай в очередной раз перебил дома посуду, то мама Шиши ничего не говорила. Он зашел домой и сказал, что сегодня к нам придут вайшнавы, нужно для них приготовить пир.
Кшачи маты тогда свет с неба, муж уже тогда ушел, и они же достаточно бедны, ну, простой жизнью. У них не то, что у них не было недостатка, но они жили очень простой жизнью. Ну не для того, чтобы приходили много вайшнавов и можно было их почивать. Тогда Махапрабху, он вдруг взял, зашел и сказал, вот кусок золота дал. Вот нужно все устроить. Все необходимое, все всегда придет. Тогда его жена Вишнуприя, она сама Лакшми, она быстро приготовила просадам, и они почтили вайшнав. Махапрабху всегда показывал в своей жизни о том, как он служил. Он был идеальным примером служения вайшнавам в своей жизни. Okay, Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai 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 Govinda Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Gopal Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Radha Rani Ki Jai Maharani Ki Jai Radha Rani Ki Jai Maharani Ki Jai Giridhari Ki Jai Banavari Ki Jai Giridhari Ki Jai Banavari Ki Jai Bihari ki jai 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 Gunja Bihari ki jai 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 Radha Rani ki jai Maharani ki jai Radha Rani ki jai Maharani ki jai Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hari 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 Bol 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 Hari Hari
You are trying very quickly to be listening. Very quickly. 64 kind of bhakti. Very. Hey, take a mic. Сейчас будет очень сжатый форме, остальные виды партии. Сконцентрируйтесь. Записать yes. И получить. Спасибо. And there is the one limbs of bhakti, asadhu sangatya. Who is the not Vaishnavas, he cannot more the associates. Why? Main thing is the spiritual life. Main thing this is the. If associates some Vaishnav, very quickly affect, then go out of bhakti life. So always try to, who is the favorable of this, our bhakti, you can must that person sangha. Следующий вид преданного служения – это отказ от служения с невайшнавами. То есть это очень поверхностное взаимоотношение с материалистами. Есть история о том, как были два попугая, брата два попугая. Они улетели и поселились в двух разных домах. Царь пришел, попал в лес, зашел сначала в первый дом, и там попугай начал ругаться. Убирайся, вор и другие бранные слова. Тогда царь оставил это место. Он пошел в другой дом, а там его брат попугай. И тот, наоборот, сказал очень милостиво: заходите, садитесь, примите прасадам, там, саду, харинам. Вот таким образом, даже родившись в одной семье, но имея разное общение, стали совершенно разные попугаи. Точно так же, даже получив после встречи с вайшнавами, если вы выберете круг своего общения с материалистами, будете с ними общаться из сердца в сердце, делиться своими откровениями, будучи незрелыми, вы можете получить их настроение. Так же, как это случилось с сыном Кришны. Сын Кришны, Наракасур, стал демоном. Сын Варахадевы стал демоном просто из-за плохого общения. Это может грозить каждому. С материалистами нужно общаться поверхностно, формально, по делу. And then he went to another house, and his brother parrot, he said, "Oh, please sit down, Hare Krishna Maha Mantra." He was very nice parrot because of his association. Because of in that house suddenly, потому что два попугая прилетели к двум разным хозяевам, они стали разными попугаями. Yeah, okay. Yeah, then second, suddenly, it cannot bring so many disciples. This is also. Problem. Проблема будет, если вы будете принимать много учеников. And another is the. Людям нужно помогать, но когда будет очень много учеников, будет очень большая проблема. And this is the Bhavarambha is the tyag, meaning what is the your many endeavors. Like this, you have not capacity. You are doing very big festival. Чрезмерные усилия. And big festival. Sometimes whatever this main thing, Harikatha and doing. Bhajan, this then you cannot do this thing. Always think, what kind. So they said to like this, easily which thing happening and easily can do bhajan, harikatha. Даже чрезмерные усилия в служении тоже мешают бхакти. Если вы будете слишком заняты организационными вопросами, и вы пренебрежете, не оставите себе времени на харикатху, на баджан, это обязательно выльется проблема, это губительно для бхакти. Бау састра бхакха бивада дитя. Doing so much scripture, doing describe, no. If this is not favorable to this bhakti, then what happening? Then you go to your aim and object, you know. Many scripture, all scripture I study, all scripture I do, explain. Then what happening? Then you go to out of this bhakti. What is the only favorable of this bhakti? Mm-hmm. Only that scripture I read, not read so many scriptures. Существуют самые разные книжки, существуют самые разные религии, самые разные писания. Так как возможности у нас ограничены, нужно стараться и читать только то, что благоприятно для вашего бхакти.
Потому что, с одной стороны, вы можете быть неподготовленными, просто не усвоить, не понять, что там написано. А с другой стороны, просто могут увести вас с факта. And vivada ritya, sometimes you are to quarrel with you, oh, this telling that, take this scripture, this is an atheist person doing quarrel so much, this is the natural favorable of this bhakti. If some atheist person, you try to, you know, telling this, there are so much quarry, then what one mind will disturb. Если вы будете чрезмерно навязчиво что-то проповедовать атеисту, ваши навязчивые усилия тоже обернутся против вашего бхакти. Не нужно никому ничего навязывать. And vyavaharame kripana tatyag. This meaning, if Krishna, he gave something, you try to proper everything offered to Lord Krishna. Sometimes you are able to do nice seva Krishna, but you are putting nice cloth, you are eating very nice things, but you did not give to Krishna. Yes, proper, this is also offense. Yes, оскорбление будет считаться, если у вас достаточно средств. Если вы себя, например, в доме у вас всегда в изобилии, у вас достаточно средств для хорошей пищи, для хорошей одежды, а ваши божества стоят в пыли, позабытые, в старых лохмотьях, оскорбления. Yes. Сок прадхади тяг. Always sometimes you're weeping, sometimes you're angry to him. Yeah, this is the no good. Скорбь и гнев мешает бхакти, это убивает бхакти. And ananya devadevi ko ninda тяг. You cannot criticize the other demigods, demigoddesses. Оскорбление, осуждение богов, богинь, то есть полубогов, тоже является оскорблением, будет мешать бхакти. Don't give trouble to other living entities. Don't agitate their hearts. Yeah, why some everybody heart staying in Krishna? Krishna is staying in everyone's heart, so don't give. Нельзя кому-то причинять вред. Лишнее беспокойство, потому что они тоже в сердце находится Кришна, и этот Кришна может лишить бхакти. One should give up 32 offenses in the service and 10 offenses against the Holy Name. 10 namaprat, 32 sevaprat. Нужно оставить 10 оскорблений святого имени и 32 оскорбления божествам при сева, то есть избегать сева аппарата. Intolerance towards the criticism of the Guru and Vaishnavas. If we hear the criticism of Guru and Vaishnavas, we should try to refute his arguments or leave that place otherwise. Even I cannot debate your put here and left. Wait, I'll leave and then take bath in the Ganga. Нельзя слушать критицизм вайшнавов и гуру. Если кто-то осуждает, ругает вайшнавов и гуру, это слушать нельзя. Если вы не можете поправить ситуацию, то вам нужно заткнуть уши и оставить это место. And wear the signs of a Vaishnava, like tilak, kanti mala, like this. A cloth around the neck. All this is Vaishnava sign. Носить на себе атрибуты Вайшнава, как тила, канти, мала. Носить. This is very important. Это важная составляющая преданного служения, как предписывает нам Шри Рупа Госвами. Yeah, like this, if somebody, bhakti is inside, no sign to outside, but no, this is nothing. Like this one boy, when you go to any school, must be put an uniform dress. Without uniform is not her study thing, but without uniform you cannot enter. Without coat, put the coat, you cannot go to court. Court, you know, without dress. Black coat, court. Without police, there is not proper dress. Uniform. Uniform dress cannot police wear. There has to be uniform for everything. So Vaishnava also have uniform, dhoti, kurta, like that. Итак, точно так же, как школьника не пустят в школу, если на нем не будет школьной формы, так же, как полицейского не разрешат выйти на работу без своей униформы, у вайшнава тоже своя униформа. То, что мы рассказывали. Это? Да. So necessary, everybody must they are put tilak, kanti, mala. This is the chinha of Vaishnava. Поэтому важно, чтобы у вас было kanti, мала, тилака, джапа мала, ну или еще чего-то. Ну и вайшнавская одежда, чтобы это было пристойно. Конечно, лучше всего вообще вайшнавская одежда. То есть и курта, и дхоти, и сари.
What about like some limit in our limit means some restriction. Is there some restriction in our cloth? For example, we cannot wear Vaishnava cloth. We are wearing mundane cloth like skirt, trousers. Yes. Is there some restriction with this cloth? क्या बोले तो कुछ देश में अलाउ नहीं करते ना ऑफिस में जाएगा तो कैसे साड़ी पहन के जाएगा ऑफिस में जब ऑफिस में जाओ अपना ऑफिस का ड्रेस पहन कर जाओ वहां से आने के बाद फिर अपना घर पे व्हेन यू गो टू ऑफिस कैन बी यूज यू नो द मेन समटाइम्स दे यूज अ शॉर्ट पैंट्स यू नो सो कैन दे यूज दिस शॉर्ट पैंट्स ऑन ऑल दे शुड इवन व्हेन दे आर सिविल ड्रेस फुल्ली ड्रेस्ड up to the trousers so, because yes. not wearing you know bermudas and everywhere we are Vaishnavas so try to fully cover Vaishnavы ходят чтобы у них тело все было прикрыто Vaishnavы don't wear mini skirts now you know не нужно носить мини юбки long skirt should be there не шорты не мини юбки try to cover yourself fully otherwise you know the story of that Nalakuvar and Manigiri you know иначе будет история, как с Налакуверой, Манигирием, но нет, только не суть ваша, что мы пойдем, как деревом я Арджуна там на Ганджу. If you expose your body, there will be trees for millions of years. Если мы будем демонстрировать свои тела, то мы просто будем деревьями в какой-нибудь там Сибири с холодом. There were only two Налакувар and Манигири those time. And they were bathing also in the jungle. Now everyone right in the city, they are naked. How big problem. Раньше только Налакувера, Манигрейф, они были раздеты там вот, на этой горе. А сейчас везде в городе все раздеты ходят по коням. Okay, this is Nirmala Dharan. You know, this is some Nirmala, meaning offering Prasad Krishna, like the garland, and put this way in Prasad Bastra. Mm-hmm. And when you are trying to buy any new cloth, you can touch to Krishna's lotus feet mm-hmm. and Gurudev's hand, you know, mm-hmm. then accept. This is the good. Очень благоприятно, когда вы что-то покупаете для себя даже, то есть вашу одежду, предлагаете ее Раде и Кришне, мужская и женская одежда. Вы предлагаете это им, потом сами это носите. Покупаете ли вы косметику, крема, мыло, предлагаете это Раде и Кришне, потом сами этим пользуетесь. Предлагаете тулазь, обязательно очень благоприятно носить гирлянды от божеств, от вайшнава. And dandavat pranam, yes. И поклоны Кришне Вайшнава. Like this, if you coming, you are front of this deity, yes, must you can do. Lay down pranam. Если перед вами божества, нужно обязательно предложить поклон. Если перед вами Вайшнав, тоже обязательно предложить поклон. Я видела, многие люди не приходят к Вайшнаву и поклон не предлагают. Нужно обязательно предлагать поклон. And telling, give example, like this being police officer. You know, if some ordinary police, if you think, well, being police of Jignas Natsalam, then he's the kick out this is the job, you know. What? Kick out this Suppose job. Suppose there is a lower degree police officer, is there, lower level, and he meets his boss. Then he must salute him like this. Okay. If he doesn't salute, he will be fired. And they kick to you this job. Марьяда, она не только у Вайшнавов, она и у всех, как это сказать, при службе, у всех служащих. Если, например, придет полицейский, он всегда должен отдавать салют старшему по звену, по чину. Таким же образом, если перед нами старший, то у нас делается поклон. У нас не салют, у нас поклон. Кришна, гуру, поэтому нужно обязательно Кришне, кто у нас старший по чину. And also doing dance of Krishna's front. Dance И очень важно танцевать перед божествами. And telling if somebody dances the front of Krishna, yeah, millions and billions of this opens up this life and life, everything is the finishing. Pardon. Те, кто танцует перед Кришной, очищаются от своих оскорблений. Yeah, and when some Guru Vaishnav they are coming, you are must wake up and stand up. И когда Гуру Вайшнава заходит, обязательно приветствуй, вставать. And he is the Anubraja, when some Guru Vaishnava is going, necessary for some
And if some very famous deity like Govinda Madharma necessary can go to there and take darshan also. И очень важно приходить на даршан божествам. То есть если говорят о славе, слышите о славе Мадана Махана, Говинда, Гопината, очень важно стремиться на даршан к этим божествам, показаться перед ними. Если когда темпл Туласи necessary everything to парикрама temple. Когда есть храм Туласи, нужно совершать парикраму вокруг. If doing some parikrama of this is the Krishna and Tulasi, you are also, this is cycle and birth, you are also doing parikrama. 8-4 lakhs, this is the medicine. Когда человек обходит парикраму вокруг Туласи и Кришны, то заканчивается его круговорот рождения и смерти. And вот этот круговорот тоже по часовой стрелке, по разным видам жизни. And if you are a house, this is a deity necessary every day, doing some arati, every day offering some flower. Yes. If some deity can do bath to this, how every day telling Atma bath, like this, you are every day changing cloth to bath, to dressing like this also. Krishna, if you are a house, you will do this thing. Если у вас в доме божества, вам нужно надлежащим образом служить им. Если предписано там предлагать божество, делать арчану, предписано проводить пуджу, предписано кормить божества, одевать, шить новые одежды. Нужно этому следовать. Нельзя пренебрегать божествами. And also Krishna, also every day, and also the Sansar Bhavan, where is the Loko, Krishna, Chakatrumutha, necessary every day to do some kirtan. Rupa Goswami говорит, что каждый день мы должны совершать киртан и петь песни для Кришны. Like this, you are every day after Mangala Arati doing Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Sri Govinda Gopinatha, Madana Mohana, Shyam Kunda Radha Guna, Giri Govardhana, Kalindi Yamuna Jaya, Jaya. This time Braje Tadhanu Ragi. You are always staying in Braj. Well, how possible can stay in Braj? You are staying in Rasiya, Kemarva. Then telling if bodily you can stay, your mind you can stay. Okay? But how can you stay mindly? You can remove this Vrindavan, you can stay in Vrindavan. Rupa Goswami говорит о том, что нам нужно жить по Vrindavan. Но как же мы будем жить по Vrindavan, если мы живем в России, в Кемерово, говорит? Everything there, and also Hariyarai, Nama Krishna, Jadavai, Nama Jadavai. When you remembering, then all Mahaprabhu devotees and Mahaprabhu pastime place easily are remembering this thing. Yeah, so telling also Sankirtan, you are also doing Sankirtan, Hare Krishna Mahamantra, Sankirtan. And Jap also. Yes, Jap. Mahaprabhu told, Yaha Japa Gyak Sabha Kariya Nirbandha. Mahaprabhu told, I gave this name, you must fix round, you can chant this fix round. Yes, in Shastra, scripture telling, if you 3 days, Gurudev gave mantra, if you 3 days did not touch, did not chanting, then this power of Guru Mantra is finishing, telling again you can accept Guru Mantra. Говорят о том, что если ты 3 дня не повторял гуру мантру, то мантра теряет свою силу, нужно заново ее получать от гуру. So you don't delay about this chanting. Поэтому нельзя пренебрегать этим. And also doing stop and a stop part also stop like this. Nitanda Ashtag Mahaprabhu Ashtag like this. Нужно возносить ставы, то есть аштаки петь. And Mahaprasada Seva.
That's very easy. Yeah, this is the easiest limb, 64 limbs. The only limb we should follow is this one. This one. So, there's many heart you can cook, you must offer deity and take Krishna. Yes, telling if Krishna tell Bhagavad Gita, if don't offer to Krishna, this is everything seen, full activity. Seen, you can eat it. Manusha is telling this stool and the ear in your eating. Yes? Если мы не предлагаем Кришне, мы едим грехи, которые ничем не лучше, чем моча и испражнения. What are you telling? You're telling stool and ear in telling. And they're telling, and Upanishad telling, if you did not offer to Krishna, everything belongs to by Krishna. If you don't offer, then you are a thief, then you go to jail. И Упанишады говорят о том, что все принадлежит Кришне. Если мы что-то ему не предлагаем, то мы просто воры, которые пользуемся, стараемся украсть это и пользоваться сами. Yeah. Every day, you know, what with Krishna, your worship, every day, Charanamrita also taking. Кришне служит каждый день еще тем, что принимает у него Чаринамриту до завтрака. Yeah. Like this is so many, this is, you know, so this is the 64 of limbs of bhakti. So if you follow this, very quickly you can enter the spiritual path, very quickly get the Krishna bhakti. Krishna's lotus feet, only new cloth, not lotus feet and some Vaishnavas, this Goswami's that hand touch, then what happens when touch this way purified. Когда вы покупаете для этого особую и предлагаете, для этого особые мантры не нужны. Вы это новое предлагаете лотосным стопом Кришну, Гуру Варги, а потом пользуетесь сами. Не, я имею в виду, на алтарь ты их не положишь. Прикасаться к лотосным стопам Кришны, к изображению. Picture is there. Yeah, telling, oh Krishna, you gave everything. Yeah, your prasad, I accept your prasad. Кришна, ты даешь все, я принимаю твой махапрасад. Деньги тоже предлагают? What about money? Shall we offer our money? What is happening? Offer it to Vaishnava. Vaishnava надо предлагать. And this is the time of Prabhupada, all disciples of Prabhupada, when they are bring money, they are all money gave to Gurudev. And Gurudev, what happening? Take little bit money, and again he return all money to this disciple. Yeah, disciple. Во времена Бхагавад-гиты Сарасвати Прабхупады, когда у него были ученики, семейные люди, они приносили всю свою зарплату Бхагавад-гиты Сарасвати Прабхупаде. И он иногда брал, иногда не брал, иногда чуть-чуть брал просто для служения Кришне, и все возвращал им. И он говорит, что тем самым я теперь очистил ваши деньги. And then Prabhupada tell, this is not your money. Money is the Lakshmi. Lakshmi belongs to Krishna. Yes, Radharani, man Lakshmi Radharani. So Lakshmi only for Krishna Seva. Now this all money you can use to Krishna Seva. Потом он, возвращая деньги, говорил, это не твои деньги, это Лакшми. Лакшми использует для служения Кришны, поэтому ты должен очень правильно использовать для служения Кришны. Yeah, and this money not use in bad way. Не нужно, это значит, что не нужно эти деньги использовать на противоположное факте. And when Lakshmi became very pleased, if you do Krishna Seva, then Lakshmi direct take Golok Vrindavan. И если Лакшми будет довольна о том, как ее используют в служении, то она перенесет вас на Голоку Вриндавана. Нитай Гаур Премананди. Should I tell about announcement? Yeah. Should I tell? Yeah, too. Вишакхи-диди сказала, что у нее... Вишакхи-диди меня попросила сделать объявление о том, что если...
Если вы можете как-то помочь деньгами, просто мне получилось немного убыточно, то Ишидар Махарадж тоже говорит, мне, вы если можете, помогите как-нибудь Вишаке, там, кто сколько может, как свою сумму. Окей. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Govinda, Jai Jai, Hare Jai Jai Ram Govinda. Hare Govinda, Jai Jai, Gopal Jai Jai Ram. Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Thank you.
Oh,
Вверх, 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 еще вверх, еще вверх. Thank you.
kakhinani tai chan ban gada dhara tai chan ban gada Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 H
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Nitai Gaur Hari
Hari Om, Hari Om, Hari Om.